Сегодня в столице края сотрудники управления зеленого строительства совместно с Центром защиты леса взяли образцы голубых елей, растущих в центре Красноярска. Эксперты намерены проверить, насколько здоровы деревья, не подлежат ли замене. Такие технологии используются в городе не первый год. В прошлом сезоне проверка деревьев на проспекте Мира с помощью сканера и томографа показала, что они заражены. Их убрали, а на этом месте высадили саженцы. После зимы жители центрального района заметили, что ели, которым по 30-50 лет и которые уже стали символом города, частично пожелтели. Люди обратились к специалистам с просьбой выяснить, в чем же причины. И результаты сегодняшней диагностики будут известны через 2 недели. Мы сегодня привлекли, Центр защиты леса для, проведения инструментального осмотра данных насаждений. Здесь что может быть, как мы, либо это химический ожог, либо это грибковое заболевание, либо уже просто данные насаждения устарели.